Здорово, паникеры, все те, кто волновался, что я куда-то там пропал. Объясню попозже все это, когда я придумаю об этом какую-нибудь дурацкую шутку. Вот, а пока меня не было, вышел наконец-то русификатор для Resident Evil Zero. На игру, о которой я вообще никогда не слышал до того, как объявили ее анонс ее ремастерка. Но дело в том, что раньше-то интернета не было, и о каких-то играх можно было узнать только от людей, которые в них поиграли до тебя. В магазинах ассортимент тоже уступал Steam'у и намного, каких-то игр в нем не было. Вот конкретно Resident Evil Zero в мое время просто растворилась, видимо, где-то в пространстве, потому что я о ней даже, ну, краем уха не слышал. Серьезно, я думал, есть Resident Evil 1, Resident Evil 2 легендарная игра, Resident Evil 3 легендарная игра и 4. Resident Evil Zero, ну это вообще, вот. И я купил, взял предзаказ этой игры в Steam'е и увидел, что нет русского языка. В таких случаях я делаю возврат с матюками, но дабы не голосовать рублем за эту дискриминацию отсутствия языка, меня это бесит. Но, с другой стороны, я не прочь проголосовать рублем за продолжение ремастеринга игр от Capcom. Может быть, когда-нибудь мы до Дино Кризиса дойдем. Или Кризиса, как вам нравится больше. Вот, про динозавриков были вообще зачетные игры. Даже покруче Resident Evil, я думаю, в том плане, что динозавры это все-таки... скажем так, суть зомби, да, скатилась в какой-то вирус, где... Какие-то, блядь, ожившие кишки потом стали там вылупляться, типа босс такие неинтересные, а динозавры остались динозаврами там, то есть, во-первых, там все эпичнее, во-вторых, там замутка поинтересней, и тоже хоррор, в общем-то, местами не хреновый был в первой части, по крайней мере. Вот, ладно, давай, короче, что, заценим, про что этот ваш Resident Evil Zero, давайте натяжики. Тут один хрен, это не тот шутер, где надо головы какие-то выцеливать и что-либо вообще делать. Zero. Какой-то странный комментатор. Альтернативная, оригинальная. А пофигу, давай понеслась. Лунная Бетховена. Шучу. Небольшой городок на северо-западе Америки, Раком Сити. Одинокий остров посреди океана. Остров Рекфорд. Остров, повторивший участь Ракон Сити. Остров Шина. Чарли, сука, Шина. До сих пор есть множество вопросов об этих, на первый взгляд, не связанных, но крайне разрушительных событиях. И хотя причастность к ним международной корпорации Абрелла считается неоспоримой, мало что известно о происхождении и источниках этой безликой компании, когда она была основана, кем? Жидомасонским орденом, естественно, иллюминатами. А как был создан Т-вирус? Чтобы узнать правду, нам придется глубоко погрузиться в аналы истории, предшествующей инциденту в особняке. Экспресс на Хогвартс. 98-й год. Ты тоже так думаешь? Да, в общем, да. Такие диалоги не нуждаются в переводе, потому что они ни о чем. Блять, хорошо, Летис. Чаевые кочегару. Она поет, стоит или мне кажется? Что-то оперное там исполняет. О боже, влагалищные пиявки. Оказывается, у Capcom уже давно идея вот подобного зомбирования с помощью каких-то, блин, каких-то... влагопиявок, вагинопиявок с зубами. Я-то думал, что поначалу Capcom делал игры про зомби, что просто про зомби, а у них, смотрите, всякая тентаклеподобная хренотень в фантазиях существовала практически с истоков игры. 2 часа спустя над лесом Raccoon City. Чисто случайно там летаешь? Все началось с простого расследования на окраине Raccoon City. Несмотря на нашу подготовку, мы оказались бессильны перед лицом ожидавшего нашего кошмара. Но, глядя на твое 16-летнее лицо, я прям догадываюсь, какая у тебя мощная подготовка была. Че, с 10 лет в армии, что ли? То ли дело вот нигер накачанный. И экстремально... Че с вертолетом случилось? Я что-то провафлил этот момент, че они? Мэйдэй, падение черного ястреба. Какая удача сесть на полянку, смотрите-ка. Аплодисмент пилоту. Чё упал? Куда упал?
Хорошо летаешь, чувак. Йос, мэм, ёпта. Вам на смартфон придут наши баллы. Блядь. Капитан, смотрите. Сказала тёлка с неебаться подготовкой, увидев трупы. То ли он сдох неделю назад, то ли он просто не стирал свои носки. О, мне малафья полилась. Судебный ордер на транспортировку. Заключенный Билли Коэн. Бывший лейтенант, 26 лет. Бывший лейтенант, мальчик молодой. Приговорен к смертной казни решением суда. Заключенный этапируется на базу Рагатакарон, какой-то там, для исполнения приговора. В чистом поле в Америке не расстреливают. Надо вот специально куда-то отвезти военного преступника. Они были честными солдатами, эта мразь всех убила. Чуваки, поскольку нам больше нехуй делать в этом ссаном тумане, предлагаю разделиться по одному и искать эту убийцу сольно. Отличная идея, капитан, да. Мы слишком круты, чтобы ходить вместе. А, тёлка-то санитарочка, смотрите. Вон у неё аптечка на же приклеена. На ремне висит. Бабы в своих вот этих кошёлках не могут там какую-нибудь помадку найти часами, даже когда с головой в неё залазят. Я уж представляю, что сможет найти в своей аптечке эта баба, когда у неё аптечка приклеена за спиной. Аскорбинки разве что нащупать. Или бинтики. По-моему, сортир в вагоне подтекает, да? Судя по цвету окон этого, тот самый вагон-ресторан, видимо, да? Эклиптик Экспресс. Путь к спокойствию отрезан от меня скоростью появления на экране этих субтитров. Ну и вот, собственно, начался геймплейчик. Вот они, HD-текстурки. Вон он, краснодарский соус, размазанный по сиденьям. Так. Айн момент. Потыкал управление, что-то ни хрена здесь нету, ни паузы, ни инвентаря. По экрану ползает курсор. Курсор мыши. Что вообще напрягает, честно говоря. Нахрена здесь он нужен? А если я на геймпаде? Если я хитрожопый на геймпад перейду? Ведь в игры первые резиденты мы... Господи, мы играли. Оу, карта нашлась, ау. А здесь что? А на эту кнопку? А на эту? О, стрельба нашлась, ау. Интересно, сами выстрелы на какую? О, инвентарь нашелся, вау. Ножа нет, да? Интересно. Ага. Ага. Ау, не это. Не очень-то удобно на геймпаде от Xbox 360 играть. Во. Как, ага. Багаж разбросан по всему вагону. Интересно. А вон, смотри, там сзади копыта что-то торчит. Это ботинок или, блин, что там? Сиденье запачканное кровью. Спасибо, капитан. Какой нахуй багаж? Там нога чья-то. Слепая. Вон еще, смотри. Я так понимаю, что это переводчикам просто лень было разнообразить текст. Да и зачем, если можно писать про багаж одно и то же? А может, просто это баба тупая? Ой, такой бардак, такой бардак. Ресторан кар? А, кар. Это в английском языке, походу, как-то... Нет, у них есть слово вагон, но почему-то вот пассажирские вагоны они называют карами. Дверь вагон-ресторан закрыта, вы не можете войти внутрь. Да-да, багаж разбросан. Черт бы тебя побрал, тупая ведьма. Чувствую, на этой сложности меня завалят раньше, чем я стрелять научусь. О-о. This is Officer Chambers from Stars Bravo team. Please identify yourself. Куда она говорит? А. Офицер Чемберс. Какой ты нахуй офицер в этом возрасте? Ты офицер ты. Санитарочка ты. Вон у тебя же даже крест. Красный крест на спине же. Опа. Гражданочка, верните-ка, бля, билетик.
Еда. Газету. Опачки. Опачки, блядь, стрелять на какую? Ебать. О, нашел. Засосов не оставляй, у меня парень есть. Да ну нахуй, что, ваншот, что ли? Да ладно, блядь. А как играть-то на сложности? Ничего себе. Это что, гайджины, блядь, ремастеринг делали? С какого хуя так быстро дох? А, сохранений нет. Тогда нормально. Я манал. Я все время забываю, что в старых играх понятие сложности было совсем другим. Скип. Бля, нихуя я сыграл. Это сложнее, чем Dark Souls. Хоть три зомбаря, два с одной стороны, один с другой. У тебя пистолеты, и они ваншотят. Ремейк от создателей Namco Bandai из Dark Souls. Ну, быстрее, ты можешь дверями хлопать? Тёлочка, давай. Шинель, шинель, шевели свои. В очередь, сукины дети. Кондуктор, нажми на тормоза. Это был контролёр, по-моему. Я не понимаю, она им куда? В сердце стреляет? О, гражданин. Смотрите, Леонардо Ди Каприо, он справа на сиденье мертвый. Что это было? Я думал, они мертвы. Хуя, у него глаза такие на выкате, да? Как зарядиться? О, крестик помогает стрелять, как и стик. А, я так понимаю, что он нужен для того, чтобы поворачиваться и ходить. А, на стик и на бег... О, это неплохо. Так, подожди. Стопэ. Как зарядиться-то? Вот она, эта священная кнопочка. Че, лут-то будет, не? Судя по тому, что они дергаются, они еще встанут. Ленчик, Оскар-то дали? Повсюду разбросан пассажирский багаж. Повсюду разбросаны трупы. Черную часть, неужели? Да. Как я не люблю игры, где надо бабой играть. Это ж просто... Почему меня это так бесит? Надо подумать об этом вопросе на десюге. Ой, она что-то новое заметила. Снаружи дождь. Быстро переходит в ливень. Но она, я смотрю, такой спецназовец с поэтическим уклоном немножко. А, мне кажется, что эту часть немножко лучше перерисовали, чем прошлую, допустим. Че за звуки-то? Так, здесь две открытые двери, дальше открытой двери нету. А что-нибудь можно тут? А, смена этажа, выбор карты, смотрите-ка. Сейчас. А, ну, первая серия по традиции, это немножко с интерфейсом повозиться придется, потому что я что-то вообще не улавливаю. Предметы здесь какие-то в меню карты есть. РТ все спрятать. О, приблизить. Ну, приближение на этой карте очень важный предмет. Так, где РТ? Спрятать. Полезная функция, ничего не скажешь. А вот это справа, где вот написано рисом пистолет и травка, а направо что, как переключиться? А, это окно. Понятно. Что ничего не понятно. Да, кстати, еще чуть не забыл. Я же планировал, что эту игру я буду стримить, но сейчас я что-то подумал, что лучше я буду стримить, например, Tomb Raider, который тоже вышел. Вот как бы. Ничего полезного. Так ты, блядь, открой, может, хоть посмотришь, или ты по запаху чуешь, что? Вискарем не пахнет, значит, ничего полезного. Записи пассажира. 14 июля. Сегодня пришли директивы из главного управления. Я смотрю, бумаги пассажира не жалел. Судя по тому, что на странице там по три слова. Необходимо провести обследование разрушенной лаборатории. Похоже, что сюда еще... Команда состоит из двух групп. Господи, как интересно. 16 июля. К сожалению, в связи с этой проверкой нам придется вернуть изучение. Ой, боже ты мой, начнем задачи акции. Даже при назначении дозировки вируса есть вид условия. Что-то странно вот в этой части. Вот я вспоминаю предыдущую часть, вот первая резьба, да, там вот такими вот подробностями грузили уже под конец игры, а здесь вот такая бумаженция и в самом начале.
То есть первая попавшаяся записка пассажира — это записка какого-то нехренового ученого из Амбреллы. А, это, видимо, вон тот вот в очочках интеллигентный такой. О. Что, он не встанет, что ли? Сейчас рука ее за жопу так шлеп. Этого бедняга атаковали во сне. Его тело покрыто слизью. И почему-то он не зомби. Ой, печатная лента. Он, наверное, следом сейчас ломанется. Хотя, как тут интересно, со скриптами дела-то обстоят. Нормалячик. Опять ничего полезного. Слушайте, я так понимаю, что вот этот шкафчик — это сквозное окно между двумя купе. О, травушка. Взять предмет зеленая трава. Ты хоть посмотри там. Не сидят ли ППСники в засаде? Прежде чем подымать всякую зеленую траву с полу. Инструкция экспертизы. Некоторые места невозможно прочитать из-за пятен крови. В 8 милях к северу от Ракон-Сити в горах Арклай находится наш центр подготовки сотрудников, закрытый 20 лет назад. В настоящее время идет предварительная оценка возможности восстановления этого комплекса. Первая группа уже отправилась туда для начала исследования, и я хочу, чтобы ваша команда оказала им поддержку. Кроме того, следующие приказы от Уильям Бирки, наверное, батя Шерри Биркин. Остальной текст невозможно прочесть. Охуительная записка просто. Она открыла мне глаза на жизнь, на мир и вообще. Так, а как там инвентарь-то? Инвентарь. Вот он. 4 ленты. А это что такое? Что это такое? Чемоданчик? А ну-ка убери свой чемоданчик. Старс. Обалдеть. Набор инструментов для смешивания и создания химикатов. Отлично, блять, открыло. Мне так видно, классно, что там. Переносная нарколаборатория. На лет на 15 потянет. Ну что, сейвануться, что ли, или не надо, да, в принципе-то, что? Печатная машинка, сохранится. Странная все-таки вот политика, я поражался с самых первых частей Резидента. За каким хреном ограничивать возможность вечных сохранений в игре? Вот для чего, блять, нужны эти печатные ленты? За нахуй их экономить надо? Кто-нибудь вот может мне объяснить, вот в чем понт вот этих вот лент? Мне кажется, я должен был какой-нибудь ключик найти, чтобы что-нибудь открывать. Еще нет. Скважина такая замочная, это внизу в форме ключа. Странно смотрится. Интересно, а куда делись все эти пиявки вагинальные? Заперто, не открывается. На двери надпись «Пост проводника». Пост. Опа. Устройство считывания карт. Вероятно, дверь откроется, если у вас будет правильная карта. Капитан. Ну что, это, наверное, проводник тут грустит, да? Тело работника поезда зверски истерзано. Да ладно, у него ссадинка на коленке. У него что-то в руке. Судя по блеску, это какой-то охуенный бриллиант. Но нет, это ключ от поезда. Больше похоже на ключ зажигания какого-то. Но он встанет, это видно. Опачки. Судя по татухе, это чувак из «От заката до рассвета».
Он целится в труп, на самом деле, мы просто не видим. Билли, лейтенант Коэн. Так, похоже, ты меня знаешь. Уже успела меня мысленно представить? Ты заключенный, которого везли на казнь. Но, судя по моим глазам, я тебе готова дать уже, ведь я люблю опасных плохих парней. А, ясно, ты из Старс. Ладно, не обижайся, дорогуша, но вряд ли тебе будет уютно в моей компании. Так что, боюсь, на этом наш разговор окончен. Погоди, а какого хуя у тебя в тюрьме не забрали смертничек, который болтается на твоей шее? Я прятал его в своей жопе. Сальтуха, еба! Эдвард! Ты шо? Я спецназ. Мы так ходим. По-моему, Эдвард умер, блядь, неделю назад, судя по цвету его лица. В лесу полно зомби. И монстров? Зомби и монстров? Собака, что ли, без кожи? А, добер. Это ты, что ли, монстр? Хуеть. Монстри или монстрящий? Ох ты, хуенький на руленьке, а? Блять, ты чё, псина, блять? А, реакция бога, блять. А вот сейчас подвела. Как удобно, блядь, с таким управлением стрелять, просто. Матом даже не описать. Ты чё себе возомнила, шап... Блядь, куда ты повернулась-то, ебать тебя в нос, а? Да, это эпичное сражение. И она начала держаться за печень. Уже. Ты будешь перезаряжать, говно? Эдвард. С Неудом, походу, блядь. Ты был таким счастливым всего несколько часов назад. Он что-то держит в руке. Блядь, они все что-то держат в руке перед смертью. Интересно, а почему Эдвард был счастливым несколько часов назад? Он ей, наверное, вдул по любасу. А, у Эдварда не было пистолета, но были патроны. Он как в этом, как... Помните, в колде была миссия, там, высадка на Сталинград? В древней колде. Вот, там, одному давали винтовку, другому патроны. И эти два чувака должны были, видимо, найти друг друга, чтобы... Смотри, чтобы превратиться в одного полноценного бойца. Ну чё, у меня ключ не от... Ты будешь вставать-то? Больше ничего нет. Мы забрали у него последнее. Так, а может хильнуться пора? Блин. Если я не буду смешивать. Если не смешивать, то и голова болеть не будет. Истину глаголит. Ну что там, зомбари-то повставали или что? Гражданин, билетик предъявляем. А что так быстро встаем? А что так встаем-то быстро, я не поняла вообще. Это какие-то новые пассажиры в этом вагоне появились. Таких тут раньше не было. Типа не надо было, да, еще раз в него стрелять? Странно, те трупы пропали, а эти появились. То есть они отошли от канонов Resident Evil Zero, где трупы лежали с целью, чтобы встать в середине игры и начать носиться. За окном видна сломанная лестница. Сейчас она бесполезна. Я сомневаюсь, что сломанная лестница станет полезной попозже. Вау, даже на кнопку нажимать не надо, она сама совершила переход между локациями. Это что за хуйня? Какие-то яйца. Вокруг них сформировалась лужа из слизи. Антикварный телефон. Провод оборван, его невозможно использовать.
Ну, телефон, ну ладно. В принципе. Наверное, это телефон для внутрипоездовой связи. Еще больше яиц. Тут, наверное, пауки охуенные какие-то просто живут. Я смотрю, тёлка в яйцах знает толк. Нет? Но мне кажется, у нее как-то глаза немножко смотрят в разные стороны. Они когда вот сочиняли игру про спецназ и рисовали эту бабу, они вообще вот о чем думали-то хоть? О хентае, наверное, ему. Ой, ух уж эти переходы. Чё, у меня ключ появился? Я что-то не слышал щелканье замка. СМС-ка пришла. Ребекка, ты меня слышишь? Слышишь, Ребекка? Никогда не бери симки Теле2. Энрико, прием. Ребекка, ничего не слышу. Кинь денег на сотик. Мексика GSM, с нами неудобно. 23 человека погибли. 23 человека погибли, чувак. Знаешь, при падении самолета больше людей за раз гибнет, ничего. А у нее от 23 такой столбняк. Как будто все 23 были ее родственниками. Очень близкими, короче, ближайшими. Тыкала, потыкала кнопки наугад. А, вот в этом вагоне же. Первого А, нет, не в этом. Чё-то я чую, что сейчас будет засада какая-то нихреновая. Может и не будет. Вагон-ресторан. Пошел нахуй. Я так и знал, что будет засада. Выбросить его? Конечно, выбросить. Надорваться же можно, ключи носить. И у нас новый рекордсмен по живучести. Что, сандальками дергает? Ну, значит, все. Сука, так патронов-то не напасешься. А на последний сможешь тогда вообще как играть? Не, в принципе, две обоймы. Меня напрягает, что ножа нету. Нож хотя бы был такой... страховочкой на тот случай, что когда патронов вообще не станет, чтобы ты хоть что-то мог делать. И, кстати, у нее всего 6 слотов в инвентаре. Это жопотень полнейшая. Блин, звуки, конечно, тут в меню просто. Когда вот жмешь отмену, чтобы выйти. Просто, не знаю, юмористические какие-то. Наверх или не наверх? Ой-ой-ой. Хуль ты так хлопаешь-то? Объединить усилия, блядь? Ты же только что сказал, нахер меня послал. Да, ведь я-то не маленькая девочка с огромными глазами. Слышишь, офицер Чемберс, а почему ты по рации не вызываешь своих спецназовцев, которых там полный лес? Вот что мне интересно. Инструкция для руководства. Обеспечьте автоматические двери после того, как все работы на кухне будут завершены, и представитель руководства подтвердит, что все сотрудники покинули помещение. Основной источник питания автоматических дверей расположен в отсеке на крыше 5-го вагона. После стоянки в депо необходим обязательный осмотр. Для осмотра после остановки... Да, как удобно, когда источник питания на крыше вагона. Короче, понятно, надо что-то обесточить. Дверь со стеклянным стеклом. Ага. Понятно. И подсказка, как ее открыть, лежала тут же. Как удобно. Так, этот чувак пока с нами не дружит, да? Что происходит? Наполовину съеденная порция лежит на столе.
ресепшн. Стойка замусорена полосками бумаги с заказами посетителей. Джонни Факел, ты ли это? Excuse me, sir. Я думаю, с ним можно было поговорить издалека. Тебе не кажется? Ничего, он башку повернул, да? Дерьмо с ногами. Ты ли это? Че это за ебанина? Нихуя себе, сказал я себе. Оу. Он скользящими их с меня отстрелил. Да ну ты пиздец, как охуенен, господи. В прыжке по движущимся маленьким целям. Пью-пью. Можно я за него буду играть? Okay? Ты целка? Спросил он. Она говорит, лайк. Лайк поставишь, не боись. Яйца мои, где же вы? У меня без яиц, голос просто заебись. Ёбнуться можно, что за... Who is that guy? Ты этот парень? Лабертино Лоренти, ты голос что ли не узнал? Crazy Train. Давай лить ее на затылок, уже хули ты с ней разговариваешь до сих пор. Господи. Вот пристрели меня вот этими патронами, говорит он как бы ей. Да, еще номер рации, да, я тебе звонить буду. Заебись, моргнула. Руководство персонажа 2. Господи, здесь переключение между персонажами. Ёб твою мать. Переключение персонажа. Система позволяет вам управлять двумя ведущими персонажами, Ребеккой и Билли Ли, а также использовать их различные способности для продвижения по игре. Герой, которым вы сейчас управляете, это основной персонаж. Герой, которым вы не управляете, это персонаж-напарник. Управление персонажем-напарником, как правильно... Перемещение самостоятельно, вы можете использовать R для управления персонажем-напарником. Блять, а с собой я как тогда буду управлять? Да-да-да, ёбнуться можно. И как я ненавижу инструкции, сука. Ну, персонаж перечисляет независимый. Наварный исследует сам персонаж. Угу. Наварник это какой-то автоматический. Вы даже можно... Ага. Всё, пошли нахуй, короче. Ой, ёб твою мать, как на джойстике это все неудобно делать, блядь. Хотя, смотрите, я могу управлять двумя. Смотрите, как. Синхронно, синхронно. Не догонишь, а не догонишь. А целится? А он сам будет целиться. Тогда нахрен мне им управлять, непонятно. Наполовину съедена порция. Тут все наполовину только похавали, что ли. Блять. А, вот лесенка. Похоже, она ведет на крышу. Подняться по лестнице. Нет. Зачем? Надо еще... Подожди, как карту открыть? Не знаю, нихуя не видно, но... Значит, подняться по лестнице. Кстати, смотрите-ка. Поезд качается, бутылки по столу катаются. Я не знаю, было ли так раньше на олдфажной консольке. Мне кажется, что нет. Там все статично, скорее всего, лежало. Да.
Хотя я сомневаюсь, что где-то есть такой поезд, где можно через окно. Это просто боевик. А, можно его заставить постоять. Да ёб твою мать. Я чуть не врубаюсь, как переключиться-то персонаж на персонажа на другого. Ага. Понятно. С таким еще эффектом сердцебиения какого-то почему-то не переключается. Зачем-то. Билли, ты что-нибудь в электрике понимаешь? Например, почему нас еще током не уебало, если мы стоим по колено в воде и здесь еще электричество херачит? Кабель энергоснабжения отсоединен. Именно тот, который дверью управляет, походу, ювелирно. Че она? Я думал, в узелок сейчас голыми руками смотает. Что за пиздец, господи? Это я удачно зашла. Патрон для пистолета. А, мне ему патроны надо, да, передавать? И зачем? Если он отдал мне патроны, значит, ему не нужны. Ахиляться мы будем синхронно. На полу лежат обломки обвалившейся крыши. Похоже, она рухнула от сильного удара снаружи. О. Ключ поезда. Вот это похоже уже на какой-то технический ключ. Ага, вот. Вот мы где. Быть у вас что-то острое. У меня есть очень острый язык. Но я сомневаюсь, что если я лизну замочную скважину. Ага. Подожди, вот, наверное, в этой херне что-нибудь есть. Ножик. Давай же. Классное ничего. Нет. Я понял, надо переключиться на другого персонажа и прислать что-то острое ей. С ноги ведь дверь нельзя вы... Блять. Нельзя же выстрелить в замочную скважину из пистолета почему-то. Это было бы слишком по-варварски. Видимо. Портить казенное. Сука, как неудобно инвентарь открывать, это нечто просто смешать. А Игорь пьет, ёрш, тоже. Давай, переключайся. Чё, блядь, спину прострелило, что ли? Чё ты хочешь, как это? Ракоходящий. Билли ракоходящий. Кстати, а чё она с него наручники не сняла? У нее же должен быть ключ, по-моему. Если она... А, она не полицейская, наш спецназовец. Так, а что есть у этого дурачка в инвентаре? Ну, понятно, блядь. Кто бы сомневался. Нахер ты вообще сюда подымался, Дудик? А, ёб твою налево! А, какой нахуй? Я подумал, что она должна была прислать ему ключ, но как? Он-то лифт еще не нашел. Он же не может просто... Он не может открыть ту дверь снаружи своим ножичком. Надо, чтобы она изнутри ковыряла именно, да? Система, ёпта хули. Оу. А чё это, его сюда пустило? Она не могла зайти. Сковородочка там шкварчит что-то. Что-то в шкафу мясистое, походу. Там кровь из-под холодильника как бы натекла. Это служебный люк. Вам понадобится инструмент, чтобы открыть его. А как они его открывали? По-моему, я слышу стук, что ли? Так, ага. А это что тогда? Тихо, ёпта, бля. Ага.
Вот она чего. Нож, блядь, нельзя в лифт поместить. Да вы что, ёбнулись, что ли? Может, зажигалку ей поместить? Пиздец, а что ей нужна? Булавка, что ли, какая-то? Нажать нахуй. А, подожди, так она ему может ключ передать, а он пойти поискать что-нибудь. Твою мать. Я представляю, какой у него свинорез, блядь, который вот в этот лифт не помещается. Нате, чувак. О, боже. Головоломище просто. Ну интересно, и от чего этот ключ? Все двери здесь, по-моему, с другой стороны чисто позаперты. Но может лопаточку какую-нибудь ей, чтобы она лопаточкой открыла. Там. Так, значит, сзади закрыто. Ну, это вон туда, где сохранение было, видимо, надо идти. Там только была дверь, которая. Там, где сидел этот служащий поезда, у которого в руке что-то блестело же. Не та кнопка. Пиздец. Хуя, да? Пожалуйста, быстрее. Как бы говорит он. То, что главный герой на него смотрит, как бы говорит о том, что он встать должен, да? Нет. Ну, одним патроном больше, одним меньше, как их считает. Че, они всю игру будут тут вылезать, что ли, я не понимаю. Хоть декоративные бы трупы куда-нибудь там, не знаю, появлялись, исчезали. А давно эта херня открыта? Ага. Потрясающая камера. Он попадал все это время, что ли? У, блядь, нихуя себе. Потрясающие боевые сцены, да? Дикий экшен. Лиховно свалинул. Так, а наверху что-нибудь были двери какие-нибудь? А, там тупик, по-моему. А, там яйца же. Яйцом поросло. Если в одних и тех же местах валить зомби бесконечных, то патронов реально хер напасешься. А вот журнальчик. Откуда-то дует сильный ветер. Откуда-то, да. Откуда-то. Откуда, интересно, бы он мог бы дуть? Я считаю, надо решить эту загадку срочным образом. Так, а собственно, где сейвалка? Вот здесь. Я считаю, что, в принципе, поскольку эта игра не очень динамична, и смотреть ее подолгу, ну, проблематично достаточно, да, ввиду ее
Ага. Хуй ты угадал, чувачок. А ленту-то ты себе не передал, мудила. Как бы говорит мой внутренний голос. Ха-ха-ха, блядь. Ну, первую серию можно и подольше посмотреть, да? А ты встать не планируешь, чувак? А я знаю, кто планирует встать. Тот, который там за поворотиком. Кондуктор, нажми на тормоза. Стремно так двери открываются. О, новая форма. Можешь переодеться, наверное. Карта поезда. Вау, как ценно, господи. Вот нахуй нужна карта поезда. По прямой иди, все, по поезду. Вагон-ресторан, все, там, бизнес-класс, эконом-класс. Охуенная конструкция. Так, я считаю, что можно сразу это скомбинировать. Билли не может это смешивать, потому что Билли долбоеб, конечно же. Вот так вот засирается инвентарь и пиздец. Записка проводника. Ключ-карт от кабины машиниста я всегда держу в своем чемоданчике. Но, чтобы открыть этот чертов кейс, мне нужен еще один ключ, потому что я мудак. Вот только, кажется, я его где-то проебал, потому что я мудак просто эпичного масштаба. Будь это обыкновенный ключ, я бы его наверняка вернули. Но этот ключ выглядит по-другому. Ой, блядь. Я продолжу его искать, но если вам вдруг случится найти его, просьба вернуть мне заранее спасибо. Это что, блядь, кусок объявления? Вот это все объявление? Ключ кабину машиниста я держу в кейсе, а ключ от кейса потерял. Если вы нашли мой необычный ключ, верните его мне. Придурок, блядь. Что это такое? А, кейс. Взять портфель. Давай возьмем портфель. И теперь мой инвентарь точно переполнен. Что ж, это очень круто. Потому что теперь я даже не смогу взять предмет, который надо передать этой бабе. Можно, конечно, типа сбегать, отнести ей аптечку. Нифига себе. Грабь кассу, ёпта. Нож стаканов бутылок. Нет. Бутылка экстренного торможения. Креветки по-среднеземноморски, печеная курица карпаччо. Нихерово жировали в этом бизнес-классе. А вот и красные бескожные монстры с длинным языком. Хантеры. Не пойду. Да, конечно, блять, пойду. Что же еще тут делать-то? Но я бы ходил на цыпочках. Тихонько, тихонько. Вау. Как, однако, шумно. Ну, это звуки яиц, как я понимаю. Ха-ха, а вот и шило. Купе 101. Интересно, что... Пиздец. Спрей, патроны. И некуда брать все это великолепие. А, это еще для дробовика. Сам дробовик здесь в шкафу, что ли? А, подожди, ты не то, блядь. Идиот. Да иди ты нахуй, долбоёб. Патроны возьми, блядь, для пистолета. Да как я, блядь, обожаю игры с ограниченным инвентарем. Это ж просто нечто. Так, я могу что-нибудь выкинуть сюда нахер? Отсоси-ка портфельчик.
Только мне надо не портфельчик выбрасывать. Мне надо выбрасывать травушку. Даже не эту, наверное. У нее зеленая с собой есть. Да, я думаю, обе можно выбросить. Вот что надо выбросить. Вы не можете, потому что вы мудак. А может надо отойти? Они в одно место, наверное, не выбрасываются. А в разные? А в разные, наверное, выбрасываются, да? Угу. Как удобно все выбрасывать. А нож я проебал вообще окончательно, да? Хули мастер. Так, печатная лента. Свинорезик лежит такой. Охотничье ружье. Ремингтон, что-то там, наверное. Ой, ёбаный, два слота, блядь. О. Да хули ты не можешь-то? Заебал импотентствовать, а? Ну и как в этой игре оружие носить, если оно столько занимает? Я понять вот не могу сейчас что-то немножко. Как патроны взять? Вместо чего? Для дробовика. Там шило в коридоре нужно. Лента, блядь, сохраниться хочу. Сука, блин, говно. Ёб твою мать. Ну сейчас просто этот краснокожий выползет, я его из дробовика ушатаю. Вот. А патроны, может, сейчас можно было зарядить. Сколько, интересно, обойма у ружья? Не думаю, что какая-то большая прям. Да, любит капком. Любил капком раньше заставить походить по одним и тем же местам. Просто вот по 20 раз подряд, чтобы-то вот чисто из инвентаря только. Что, будет вероломное нападение-то? Конечно, будет. Кто сомневался? Не я. Ты что, краб какой-то нападает? Иди нахуй, в World of Tanks играй, что ты ебался. Скорпион! О, блядь! Караул ебут! Вы ёбнулись, что ли? Где мои патроны? Чего вообще реально убить-то, блядь? Ж пиздец какой-то, босс. Где там эти? Ах, ну, ах, да. Конечно. Что-то он мне урон-то не нанес, смотрю. Блять, какие удобства сплошные. Ну, блять, заебало нахуй уже, пиздец. Ну, дайте отдельный слот под это. Да бери, бери, заебал. Да, двустволочка, двустволочка, понятно. 5 патронов. Ну пошли, хуль. Жесть, уже какой-то мини-босс. А сохранится, я хуй нарыла, блядь. То ленты нету, еще что. Какие-то яйца. Яйца, яйца, планеты любуются. Яйца, яйца. Из них лезут зомби. Ну давай, скорпиончик. Матч-реванш. Ты, я и ты. На какую кнопку перекат? Это ж пиздец, как его убивать-то, блядь. Чё-то мне кажется, ли ему немножко похую все мои выстрелы? А-а-а, попадос, попадос. Стреляйте, чтобы ты сдох. По-моему, я его тупо, блядь, не пробиваю.
Здоровье отлично. Странно, я что, бля, бессмертный, что ли? Его хуй обойдешь. Скажу я вам. Что, блядь, происходит-то, ёбать? Внимание, я не бессмертен. Понятно, надо похиляться спать. Блять, я ебал. Чё за игра, сука? Может, его надо ножом завалить? Да, я просто немножечко хуею с такого поворота событий, блять. Чё там по здоровью-то? Внимание. Ну, внимание, это вроде еще не пиздец. Но уже как бы внимание. Широкая ветреная равнина. Говнина там, блядь, изображена. Нет. Да. Нет. Ну, я думаю, что еще один удар я могу от него пропустить. Вот. А потом уже похиляться этим суперспреем. Но я что-то не врубаюсь, как его вообще убивать. От него одни рикошеты. Мне кажется, что надо на него, наверное, какую-нибудь люстру сбить, может, чтобы он загорелся. Но... Все, пиздец, я Властелин колец. А, вот. В щупальца надо стрелять. Сука. А сам главный герой не может целиться никуда, что ли, в нужные места. Ты ж сдох или ты жив, блядь, я не понимаю. Убрал от меня нахуй свои кривые ручонки, мразь. Да. Дефицит патронов теперь налицо. Ну, в такой игре заставлять еще и целиться во время такого ебанутого боя, когда камера просто тебе ничего не показывает. Ну, не знаю. А на сложности он еще наверняка и ваншотнул бы. Ну, может, не ваншотнул, но с двух ударов. Ну, не знаю, короче. Короче, что-то подозрительно. Давай-ка ленточку. Нахуй мне твой нож. Сейчас с твоими патронами, да, можно. Мать твою, блядь. Сука, делал, придурок, блядь. Вырезал кусок, в котором я пристраивался к луту на полу, пытаясь его собрать. Да, господи, какое классное управление. Пусть радуются, что у меня чувство ностальгии безумное к этой игре, иначе я просто не знаю. Вряд ли люди, которые не играли в олдфажную резьбу, будут в нее играть сейчас. Что это такое? Не можете взять эту вещь. Так что это такое-то, хоть написали бы, ёпта. У меня есть план. Раньше нельзя было так выбрасывать предметы. Теперь можно. Один хуй я патроны, наверное, через полгода только найду для этого дробовика. Пожарный крюк. Интересно, инвентарь тут прокачивается хоть? Ну, должен. Потому что иначе, блядь, с такими слотами, когда ружье занимает пол инвентаря, ну это жесть. Сейчас там этот еще должен ожить, как я понимаю. Как, блядь, карту-то открыть? А, все, мы идем сохраняться. Лишь бы не вдвоем ожили-то. Вдвоем это совсем survival. Нет, видимо, они попозже встанут. Но встанут они точно, мы все это понимаем. Один из них будет боссом, потому что он типа броник.
который его нихуя не спас. Кстати, странно, что нету ящика для инвентаря, для ящика для предметов, видимо, за счет того, что их можно теперь хранить, выбрасывая на пол. Ладно, я думаю, что на этом можно первую серию завершать, тем более, что игра поднадоела все-таки. Она не динамична, она... Она, да, она ретро, ретро и создает определенный интерес, но вот за счет того, что благодаря, блядь, политике маленького инвентаря заставляют ходить зад-вперед по этому поезду, плюс политика разделения персонажей, короче, много порожниковой ходьбы по одним и тем же местам, это, конечно, заебывает. Вот это минус. Ну, в общем, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите.